Значит, уважаемые товарищи, продолжаем наши занятия. По курсу «Анализ классических текстов немецкой идеологии». Вот сегодня у нас некоторые новые вопросы будут рассматриваться, которые мы еще не рассматривали. Во-первых, вопрос об учреждении. У Маркса и у Энгельса во многих случаях, больше у Маркса, говорится о том, что естественные человеческие силы отчуждаются в условиях товарного хозяйства и выступают в виде противостоящей ему силы. Что такое капитал? Капитал – это самовозрастающая стоимость. И хотя капитал создается рабочими, которые продали свою рабочую силу на известное время капиталистам, и капиталисты ее используют, вот плоды использования этой рабочей силы, то есть плоды труда рабочих, выступают уже как чуждая рабочему сила, и поэтому происходит процесс отчуждения. Надо сказать, что очень многие околомарксистские какие-то элементы или близкие к марксизму, тем более неомарксисты, они очень любят эту тему отчуждения, причем не очень связывают ее с товарным хозяйством, а прямо видят в этом некое новое слово и забывают, что Маркс и Энгельс говорили о другом процессе, что вообще задача-то состоит, в том числе и задача революции, задача рабочего класса состоит в том, чтобы присвоить себе свою собственную сущность. То есть собственная сущность общественная, которая отчуждается от него в виде некоторых, так сказать, товаров, в виде капитала, на самом деле должна стать достоянием тех, кто создает эти товары, эти продукты. Они должны перестать быть товарами, они должны стать общей собственностью, и тогда будет совершаться процесс присвоения человеком человеческой сущности. Вот вместе с этой идеей стоит идея цели производства. Цели производства как развитие человека, развитие, всестороннего развития всех членов общества, которое наиболее чеканный вид приобрела уже при разработке первой программы Социал-демократической рабочей партии. И в программе стоит такая запись, что цель производства при социализме – это, запишите себе, пожалуйста, обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. То есть сама цель производства в обществе коммунистическом является такой, которая обеспечивает присвоение человеком, и не отдельным человеком, а всеми людьми, трудящимися в том числе, своей человеческой сущности. Вот что написано по этому поводу у Маркса и Энгельса, это страница 33. Это отчуждение, говоря понятным для философа языком, может быть уничтожено, конечно, только при наличии двух практических предпосылок. Чтобы стать невыносимой, в кавычках, силой, то есть силой, против которой совершает революцию, необходимо, чтобы это отчуждение превратило большинство человечества в совершенно лишенных собственности людей. Ну вот эти лишенные собственности люди могут быть определены в широком смысле как пролетарии, противостоящих в то же время существующему миру богатства и образования. А оба эти условия предполагают огромный рост производительной силы, высокую степень ее развития. С другой стороны, это развитие производительных сил, вместе с которым уже дано эмпирическое существование всемирно-исторического, а не узкоместного бытия людей, является абсолютно необходимой практической предпосылкой еще и потому, что без него имеет место лишь всеобщее распространение бедности. Вот надо сказать, что здесь и Маркс и Энгельс отвечают на ту критику, которая давалось или будет еще даваться в их адрес, что они, дескать, вот выступают за равенство, а это равенство понимается как то, что надо взять все и поделить. Надо сказать, что вот такой программы ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина, ни у, так сказать, у марксистов
никогда не было взять и поделить. А, скажем, то, что происходило после революции в деревне, после социалистической в России, это было реализацией чьей программы? Эсеровской программы. Эсеры такую программу предлагали, крестьяне требовали, чтобы земля была ничейной, то есть государственной, вот, и чтобы она была разделена по едокам. Большевики разъясняли, что это приведет к тому, что снова появятся большевики, появятся кулаки и бедняки, снова будут батраки, которые будут работать на кулаков, то есть будут снова пролетарии, лишенные собственности, и те, кто имеет капитал в деревне. И это вполне осуществилось к 1928 году. Надо сказать, что вот то, что здесь написано у Маркса Энгельса, это вот некоторое, так сказать, провидение. Потому что говорится, что при крайней нужде должна была бы снова начаться борьба за необходимые предметы, и значит, должна была бы воскреснуть вся старая мерзость. И вот вся старая мерзость в деревне к концу 20-х годов в России воскресла. Снова, значит, после социалистической революции, когда в городе уже были государственные предприятия, общественные, а в деревне продолжалось расслоение, продолжалось разделение на богатых сельских капиталистов, кулаков, и бедных сельских пролетариев, то есть батраков. И масса середняков, которые чувствовали свою неустойчивость, и при том, что она стремилась, так сказать, выйти в люди, стать настоящими хозяевами, если один из сотни, так сказать, мог это осуществить, и это ему удавалось, то основная масса средних крестьян опускалась в ряды пролетариев. Вот что, собственно говоря, случилось. Поэтому, если изучать историю коллективизации в СССР, она такова, что где-то до 28 года вопрос о том, что надо осуществлять цивилизацию, был более теоретическим, чем практическим. Что, дескать, надо вот заняться бы коллективизацией, что нужно осуществить и в деревне социалистическую революцию. Но никакие сроки не устанавливались, тем более программы. А в 28 году, как эта вот старая мерзость возникла, в 28 году кулак перестал вообще продавать хлеб государству. Вообще перестал продавать. И свои хозяйственные вопросы решал за счет технических культур, а не за счет зерна. И поэтому город остался по существу без продовольствия. И вопрос хлебозаготовок превратился в вопрос борьбы уже с кулачеством как классом. А как классом с ним можно бороться таким образом, чтобы он экономически не был бы уже этим классом. А чтобы он экономически не был этим классом, надо было провести коллективизацию. И тогда нет уже этих свободных пролетариев, которые за бесценок пойдут продавать свою рабочую силу. Вот в этом, так сказать, смысл был коллективизации. Поэтому вот то, что мы здесь читаем, вполне подтвердилось исторически. Но не все подтвердилось из того, что писали Маркс и Энгельс, например. Вот они писали, это 34-я страница, что всякое расширение общения упразднило бы местный коммунизм. Коммунизм эмпирически возможен только как действие господствующих народов, произведенное сразу одновременно. Вот это положение, которое сформулировано Марксом и Энгельсом, это положение трактуется таким образом, что вот социалистическая революция может произойти только сразу, одновременно во всех передовых странах. Ну вот против этого, так сказать, соображения или против этого заявления Маркса и Энгельса, которое им казалось бы вполне очевидным, в силу того, что коммунизм, конечно, не местническое явление, не явление, которое связано там, с какими-то достижениями только в какой-то одной стране. Оно в этом смысле опирается на развитие экономики, техники и науки во всем мире, и это безусловно. Но тем не менее, вопрос о том, как может практически начаться социалистическая революция и где. Дело в том, что с развитием капитализма, превращением его в империализм, та неравномерность, с которой
связано всякое товарное хозяйство, товарное производство, эта неравномерность стала распространяться не только на отдельные местности, отдельные районы, отдельные предприятия, она стала распространяться и на целые страны. То есть страны неравномерно развиваются при империализме. И не может быть такого, что все страны одинаково будут готовы к революции. И пролетариат в этих странах не будет одинаково готов. Такого не может быть. Поэтому был сделан вывод Лениным в статье «Военная программа пролетарской революции». Вот у меня есть дома такая книга, мне подарили Кожинов, «Правда сталинских репрессий», где он там, этот писатель Кожинов, публицист, вот рассуждает, что, дескать, вот теорию о революции в одной стране, о победе социализма в одной стране выдвинул Бухарин, а за ним Сталин. Ну, это говорит о том, что вот в историю вопроса некоторые товарищи, являющиеся писателями и публицистами, не входят и в этом смысле соответствующей культурой не обладают. Потому что у Ленина это однозначно сформулировано, он на этом стоял вполне определенно, и не только теоретически, но и практически. Если вы возьмете материалы, стенограмму 7-го съезда РСДРП большевиков, то вы можете ознакомиться с ходом дискуссии. Дискуссия была такого рода между теми, кто стоял на позиции, мы должны осуществлять мировую революцию, ни в коем случае не заключаем мира с немцами. Ну и если Троцкий занимал такую позицию, мира не подписываем, а армию распускаем, которая, естественно, привела к тому, что началось. Немцы сначала озирались, не верили в свое счастье, а потом начали наступление и захватили огромные территории. Поэтому после вот такого действия пришлось все равно заключать Брестский мир, похабный, как его называли, и по нему отдавать и контрибуцию, и земли, и так далее. Спасибо революции в Германии, которая в соответствии с этими положениями Маркса и Энгельса произошла в это время, то есть, конечно, действие было не в таком буквальном виде, что вот, так сказать, только в одной стране, а другие народы, этот и рабочий класс в других странах безмолвствуют. Нет, революция, как вы знаете, была в Германии, но подавлена. Попытка установить власть Совета уполномоченных была в Финляндии, но была подавлена с применением немецких войск. Попытка установить советскую власть была в Венгрии. И если говорить о том, как удержалась советская власть в одной стране, это благодаря тому, что действительно коллективное и солидарное действие, движение «Руки прочь от советской России» привело к тому, что войну 14 государств против советской России пришлось прекратить под угрозой того, что иначе в этих странах, которые ведут войну против Советской России, тоже начнется социалистическая революция. То есть, когда мы смотрим, как это исторически все реализовывалось, с одной стороны, вроде оказывается правы Маркс и Энгельс в том смысле, что это будет действие пролетариата наиболее развитых стран, коллективное, общее, солидарное. А с другой стороны, конечно, революция, ни в какой-то одной стране не должна ждать, когда начнется революция в другой стране. Вот если мы тут взялись с вами все делать революцию, я буду ждать, когда вы начнете. Вы будете ждать, когда я начну. Вы будете ждать, когда мы начнем. И тогда и все застынут в ожидании. То есть революция – это такое действие, которое требует иногда расчета на дни, на часы. Оно связано с настроением трудящихся. И представлять себе это дело так, как в свое время представляли молодые Маркс и Энгельс, что вот так все одинаково созреют, и сразу тут будет революция во всех сразу странах, конечно. И это не подтвердилось. И по этому поводу Ленин прямо пишет, что для того периода и для того состояния, в котором находился капитализм при написании Марксом и Энгельсом вот этих вещей, можно было делать такой вот. На нынешнем этапе, в условиях империализма, когда имеется неравномерность развития целых стран, это уже неверно.
И вот люди, которые не знают, скажем, не знают вот этого положения, не знают этой по существу полемики Ленина с Марксом и Энгельсом по этому вопросу. Причем полемики не в таком плане, что одну и ту же ситуацию обрисовывают с разных позиций. А речь идет о том, что то, что казалось истиной, так сказать, на значительный отрезок времени, оказалось истиной на известное время. Но в том, что происходило во время социалистической революции, в этом во многом чувствуется и глубина мысли Маркса и Энгельса о том, что действие все равно должно быть единое, пролетариата разных стран. Создание Коминтерна, которое было осуществлено, в чем, так сказать, смысл его? В том, чтобы он как раз соединил усилия разных партий. По существу партия получилась одна, и секции Коминтерна в различных странах. Это было до 1943 года. В 1943 году, поскольку на первый план вышла борьба с фашизмом, вопрос, так сказать, о совместном коммунистическом действии по созданию там коммунизма был отложен. Потому что из фашизма коммунизм сразу не получается никак. Некоторые товарищи, вот, которые сейчас едут в Новороссию, думают, что сейчас там вот, можно взять и на Украине построить коммунизм, сделать социалистическую революцию. Ну, это вот не так-то просто это сделать, потому что для этого надо провести борьбу с фашизмом, а при фашизме всякая попытка сделать революцию наталкивается на террор, который развязывают реакционные силы. Террор. Потому что фашизм – это террористическая, открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Интересно то понимание коммунизма, которое здесь отстаивают Маркс и Энгельс, оно не похоже на ходячее представление о коммунизме, как о таком светлом обществе, идеале, где всем будет хорошо, не будет никакой борьбы, а просто, так сказать, будет много очень богатства, если можно богатство будет немерено брать. Примерно так. Или как, так сказать, ссылаясь на одну из выдержек из произведения Маркса, пишет, что когда при коммунизме богатство польются полным потоком. Остается к этим потокам только припасть и, так сказать, потреблять, потреблять и потреблять. Ну вот, что написано у Маркса и Энгельса, что коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразоваться действительность. Мы называем коммунизм действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние. То есть отрицание капитализма, отрицание частной собственности, а что касается, это вот уже будет коммунизм, общественная собственность. Коммунизм означает общий. Точно так же, как, скажем, мы можем говорить о первобытном общинном коммунизме, хотя там ни о каком таком богатстве значительном не приходится говорить. И значительном удовлетворении потребностей, и о всеобщем развитии, и всестороннем не приходится говорить. Но сюда вкладывается такое понимание коммунизма, что коммунизм есть движение, постоянное движение и борьба, во-первых, с частной собственностью или с попытками ее возродить, и, во-вторых, состоящее в том, чтобы изменять все время положение, чтобы двигаться от низшего к высшему, от простого к сложному. А движение от низшего к высшему, простого к сложному при коммунизме – это есть все постоянное развитие. Развитие, по определению развития. Потому что развитие определяется как движение низшего к высшему, простого к сложному. Вот это главная идея коммунизма, что это развитие, причем развитие не одностороннее, не сводящееся к тому, что одни развиваются, а другие служат тому, чтобы они развивались, а развитие непременно на основе полного благосостояния для всех, а не одностороннего, не ущербного благосостояния, дескать, вот одно хорошо, другое плохо, одно есть, другого нет. Но и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Вот такая дискуссия была по этому поводу между Лениным и Плехановым. Плеханов, который написал первый проект программы РСДРП большевиков, написал, что вот производство будет развиваться для удовлетворения нужд общества. А Ленин пишет, такую организацию еще и тресты могут дать. Надо написать, что производство будет развиваться для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех
членов общества. То есть идея всестороннего развития всех членов общества – это и есть главное содержание вот этой самой коммунистической идеи, а не в том, чтобы, так сказать, вот накопить просто большую массу богатств и, собственно говоря, думать, что в этом и состоит, так сказать, суть коммунизма. И даже если эти все богатства будут в общественной собственности, они не будут использоваться для всеобщего развития, то, так сказать, мерзость может быть не только при всеобщей бедности, но мерзость может быть и при большом богатстве. Если богатства много, а развития нет. И мы знаем, что люди богатые совсем не обязательно культурные и развитые. Правильно? В связи с этим есть такая притча про двух бывших однокашников. Один из них заведует кафедрой математической в университете. А другой, он всегда очень плохо занимался математикой, не мог умножить 2 на 2. А сейчас крупный бизнесмен, богатый человек, завтракает в Брюсселе, обедает в Лозанне, а ужинает уже в Санкт-Петербурге. И вот этот заведующий кафедрой математики спрашивает: а скажи, как тебе удается такое богатство получать? А, очень просто, говорит, я за 2 доллара покупаю, а за 4 доллара продаю, и на эти 2% и живу. Он свое математическое образование и тут проявляет очень хорошо. Тем более нынешняя организация нынешнего производства при монополистическом капитализме, когда хозяева или главные акционеры знать не знают или даже не интересуются, что там делается конкретно, они занимаются чем? Тем, чтобы поставить управляющего менеджера, так? И после этого смотреть, если прибыль будет падать, вот я вас поставлю менеджером, прибыль, если упадет на 1%, я вас уволю, поставлю вас. Если будет расти, вы будете получать большой доход. Такой, который даже позволит с известного момента начать какое-то собственное капиталистическое производство. А если опять упадет, и вас уволю. То есть что мне надо знать? Ничего мне не надо знать. Я просто смотрю, если растет прибыль, хорошо, нормально, не растет, до свидания. И если с капиталистических предприятий увольняют рабочих, хотя это достаточно сложный процесс, потому что рабочие, как правило, оформлены на неопределенный срок, имеют трудовой договор, надо, так сказать, они могут обратиться в суд, суд может восстановить. То, что касается менеджеров, с ними вообще никто не разговаривает. Самых, что ни на есть, богатых и высокопоставленных. То есть высокопоставленные менеджеры по сравнению с хозяевами, с акционерами, они, так сказать, просто пешки и ничего собой не представляют. Никто с ними не разговаривает и ничего не обсуждает. Сказано еще весь разговор. Ну вот, скажем, возьмем, например, Лисина. Его состояние колеблется, потому что все время меняется оценка акций в связи с тем, что эти акции продаются и покупаются, и цена их то больше, то ниже. Ну вот там где-то колебания идут около 17 миллиардов долларов. У него имеется Новолипецкий металлургический завод в собственности, а ОАО «Морпорт СПБ» у него в собственности, одна из крупнейших перегрузочных компаний. Также имеется порт на Черном море, тоже в собственности. То есть у него достаточно много богатств. Например, те компании, которые здесь у него зарегистрированы, половина в Дании, компания называется «Джиск Сталь Индустри», а вторая половина зарегистрирована в «Чупа Лимитед» на Кипре. И вот, так сказать, есть вот управляющий, Челядин был управляющий здесь, тоже с характерной такой фамилией, от слова «челядь». Вот. И он выполнял это задание очень исправно, как тот человек, который поставлен, и знает, что будет выполнять волю хозяина, хозяин будет ее терпеть. Не будет выполнять волю хозяина, он сразу улетит с этого высокого поста и будет отстранен от этих высоких доходов. Так это выглядит сегодня. Поэтому большие богатства сами по себе, если они в обществе есть,
вообще еще ни о чем не говорят, они есть только предпосылка для развития. Но предпосылка для какого развития? Ну, изначально для тех, у кого они находятся в собственности. Поэтому если собственность не общественная, никак они не могут быть предпосылкой всеобщего развития. Хотя, какое бы ни было неравенство, развитие производительных сил отражается и на развитии главной производительной силы. Если мы так пройдем по формациям, проследим, что происходит с теми, кто создает основные материальные блага, сначала это рабы, потом крепостные, потом свободные работники, возьмем их уровень образования, и мы должны будем сказать, что несмотря на то, что это не вытекает непосредственно из цели производства, но поскольку для того, чтобы производство осуществлялось, необходима соответствующая подготовка и известное развитие главной производительной силы, приходится развивать и работников. И поэтому сказать, что работники при капитализме не развиваются, или что вообще в эпоху капитализма не было развития рабочих, совершенно неверно. Точно так же, как и в эпоху феодализма тоже. Нельзя сказать, что не было развития крестьян. Ну, с развитием рабов, конечно, тут похуже дело обстоит. Ну и там такие элементы тоже были. Были драматурги из рабов, были, да, Эзоп. Ну а если мы помним, Тарас Григорьевич Шевченко был крепостным. При том, что он великий поэт, а он был крепостной. И подвергался, так сказать, в том числе и телесным наказаниям. Ну вот это вот интересные довольно-таки мысли, которые здесь содержатся, которые нас освобождают от вульгарных представлений, которых не с числа. Потому что, с одной стороны, так сказать, у нас вроде бы господствует антикоммунизм, но такой не звериный в России антикоммунизм, а такой просто будет не столько антикоммунисты, сколько некоммунисты. Потому что антикоммунизм, он ничего самостоятельного не содержит, нет такой теории антикоммунизма. Там нет никакого ядра, нет никакого развития, нет никакой системы. Если вот вы, так сказать, за коммунизм, то я против. Если вас нет, то я вроде как лишаюсь основы своего существования. Что я буду делать, если вас нет? Поэтому с переходом к капитализму, в связи с тем, что коммунизм, скажем, в СССР перестал существовать, в России как некая система, но нет такой, и антикоммунизм перестал существовать как система, поскольку система построена на «не», она «анти». Нет коммунизма и нет антикоммунизма. А что остается? Остаются какие-то вот такие мифы про этот самый коммунизм, ничего общего не имеющие ни с теорией, ни с практикой. Теперь, надо сказать, вот мы сейчас подходим к одному очень широко обсуждаемому, можно сказать, ультрасовременному вопросу о гражданском обществе. Некоторые на гражданское общество смотрят так, что оно у нас вот наконец есть в России. Есть такая точка зрения, что у нас, слава Богу, теперь есть гражданское общество, с чем мы вас и поздравляем. Другие говорят, что мы должны создать гражданское общество. Это что-то светлое, так сказать. Хочется все-таки что-то строить. Если не строить коммунизм, давайте будем строить гражданское общество. Чтобы не стоять просто на месте, что у нас все есть. Нет, мы еще строим. Заодно можно сказать, ну это вот то, что у нас есть, всякие минусы, недостатки, недоработки. Это связано с тем, что у нас еще не построено гражданское общество. Вот построим гражданское общество, тут-то вы и почувствуете, как будет хорошо. Сами вы себе не представляете даже, как будет хорошо, когда построено будет гражданское общество. И вот на эту тему написано много всяких произведений. Много-много. И много проходит конференций. И много всяких выступлений. Но я вот, ну как специалист, констатирую, что при этом люди, которые на эту тему говорят и пишут, они даже не знают, что написано вот в этой работе. Основная масса пишущих эту тему просто этого не в курсе дела. Поэтому я вот сейчас процитирую вам то, что написано у Маркса и Энгельса. И то, что вы читали, и на чем надо бы остановиться и обратить на это внимание, не потому, что этого вы, так сказать, не читали, а потому, что это вот то, что
сегодня находится в научном обороте. Что-то вокруг этого идет дискуссия. И люди пишут статьи, книги, монографии и так далее. Форма общения на всех существовавших до сих пор исторических ступенях, обусловленная предварительными силами и, в свою очередь, их обусловливающая, есть гражданское общество. Что такое гражданское общество? Вот определение гражданского общества. Форма общения на всех существовавших до сих пор исторических ступенях, обусловленная предварительными силами и, в свою очередь, их обусловливающая. Что это такое? Это производственные отношения. Форма общения или производственные отношения. Вот это и есть. Гражданское общество – это общество, взятое в виде производственных отношений. То есть это не все из общества взято. То есть вы не берете политику, вы не берете идеологию. Гражданское общество. А вы берете, как бы, гражданское общество в его экономическом выражении. Поскольку люди вступают в производственные отношения, в отношения такие, в которые необходимо вступать, чтобы производить материальные блага, чтобы осуществлялось производство непосредственной жизни, вот эти вот отношения, люди, связанные этими отношениями, образуют гражданское общество. То есть я вот сейчас не интересуюсь, какие у вас взгляды, что вы любите, что вы не любите. Но вы обедаете, завтракаете, ужинаете, потребляете материальные блага. Вот и я потребляю, мы с вами потребители. А вы производитель или потребитель? Вы тоже потребитель. Ну вот, у нас уже общность есть. Вот. А есть люди, которые не только потребляют, но еще и производят материально. У нас с ними тоже общность есть, потому что они потребляют, и мы потребляем. Но, как говорится, они любят производить, а мы любим больше потреблять. Можно так это обрисовывать. Одним словом, вот оно, гражданское общество. Форма общения на всех существовавших до сих пор исторических ступенях, обусловливая производительными силами, и в свою очередь их обусловливающая, есть гражданское общество. Гражданское общество курсивом выделено, чтобы не пропустили, не забыли. Это 35-я страница собрания сочинений Маркса Энгельса, том 3. Дальше. Уже здесь видно, что это гражданское общество – истинный очаг и арена всей истории. То есть из всей системы отношений и всей системы человеческих связей, в том числе духовных, выбираются, так сказать, экономические отношения, экономические связи, и это и берется как некая основа для всякого другого развития. Вот в этом смысле, как всякая категория, она же не все берет. Как всякая категория есть некоторая абстракция. Если мы берем гражданское общество, значит, мы не берем человека во всем, так сказать, объеме его проявлений, а берем его просто как экономического человека. И вот как, если люди взятые как экономические люди, как члены производственного организма, вот они образуют гражданское общество. Можно по-другому к этому подходить. Вот если вы попадете, не дай бог, в полицию, то с вами будут тоже рассуждать, со своей стороны будут рассматривать как гражданское общество. Оно, видимо, состоит из всех тех, кто попадает в полицию. Потому что вам уже не скажут, что товарищ Кукушкин, скажет: гражданка, значит, вот напишите, вот подпишите этот протокол. А вы, гражданин, что-то улыбаетесь. Это не место, чтобы улыбаться. Улыбаться будете, если вас выпустят. А пока вам надо сидеть и грустить. Вот оно, истинное гражданское общество. Всякие чудеса вот такого, можно сказать, понятийного порядка существуют. Вы, наверное, замечаете и по нашим занятиям, и, наверное, потому что вы, так сказать, там слушаете разные курсы и видите, что царит, ну, а я просто это могу констатировать, поскольку я преподаю на самых разных курсах, на первом, на третьем, на втором курсе магистратуры. На пятом курсе я преподавал философию истории на историческом факультете, пока там не получилось только 4 курса. Поэтому пятый курс улетел вместе с философией истории. Она уже не нужна.
Ну, потому что пятый курс не нужен, вместе со всеми предметами, которые там давались. Спасибо министру образования и науки Российской Федерации. Что вы наблюдаете? Наблюдаете, что не знают понятия, определений. То есть чего-то говорят, как дети, которые умеют повторять слова. По этому поводу я должен сказать, что есть вот там забавное довольно письмо Ленина в письмах, в собрании сочинений, в полном, где он говорит, что у нас до 90% там кадетов, до 80% меньшевиков и эсеров, до 70% большевиков не умеют думать, а просто заучивают и повторяют слова. С одной стороны, люди вот прочитали мысль там Ленина, что партия есть ум, честь и совесть нашей эпохи. Но диалектически образованные люди должны видеть, что есть и противоположные высказывания. В том числе вот то высказывание, которое я вам процитировал. Что до 70% большевиков не умеет думать, а только заучивает и повторяет слова. Возьмите, пожалуйста, листик и себя запишите. Вот какая картина. И эта картина тогда была. А если мы будем смотреть вот за тем, как развивались события в нашей истории, в истории СССР, то же самое. Было сказано, что у нас идет строительство социализма. Повторяли, что идет строительство социализма. А что такое социализм? Вот вы даже в таких высказываниях, что это первая фаза коммунизма, редко-редко когда встретите в тех годы. Что вообще-то это коммунизм, что строительство социализма – это строительство коммунизма. А что было после построения социализма? Опять социалистическое строительство. Сколько можно строить? Это какой-то бесконечный процесс. И настолько бесконечный, что хотелось уже перестроить. Теперь объявили, что диктатура патриата не нужна. Ну, значит, будем повторять, что она не нужна. Объявили, что идет борьба с культом личности. Будем бороться с культом личности, не разбираясь, что это такое культ личности и в чем он может состоять, и чья личность, и личность ли это, и так далее. Следующая кампания, которая была, это кампания за развитой социализм, объявит, что это развитой социализм. Люди повторяют. А может социализм быть развитой? Он не может быть развитой по природе социализма. Социализм не развитый, не спелый, не зрелый коммунизм. Как может быть развитой? Я должен сказать, что я в это время был молодым ученым, когда это все развивалось. И ко мне очень многие, очень солидные ученые и другие, предлагали: Миша, говорит, давай напишем статью в условиях, там какую-нибудь статью, там то-то-то-то, в условиях развитого социализма. Я говорю, ну пишите на здоровье. Ну, как можно писать в условиях развитого социализма, когда не такого не может быть? Ну, не может быть такого, потому что это вот не развитый, не полный коммунизм. Если он разовьется, будет что? Ну, будет полный коммунизм. Как можно вообще? Молодой человек, если разовьется, будет просто человек. О чем тут говорить? Даже у меня был такой интересный эпизод, когда мой оппонент, вот первый раз, когда я шел на защиту докторской, заведующий сектором теории революции Станислав Васильевич Александров, заболел. И вот срочно дали мне другого резидента, вот, заведующего кафедрой научного коммунизма Акада Калистратовича Белыха. И вот я приехал к нему домой за 2 дня до защиты. Он говорит: я прочитал, говорит, вашу работу, Михаил Васильевич, у вас ничего нет про развитой социализм. Я говорю: Акад Калистратович, какой развитой социализм? Ну вы же знаете, там, критику Госской программы знаете, что это такое. Что в первой своей фазе, на первой своей ступени коммунизм не может быть еще вполне зрелым, вполне свободным от следов и традиций капитализма. Как мы можем ее объявлять, Егор? Государство, революция, он так послушал, покачал головой, а он к этому времени написал целую книгу, где нашел 11 признаков развитого социализма. Ну, говорит, смотри, я даю себе положительный отзыв. Это было очень забавно. Человек, он был хороший, и, так сказать, вообще-то он то, что я ему говорил, он и сам знал. Ну вот какой-то черт, как говорят, черт попутал. Вот повторяли, сейчас ищите с собаками, кто придумал этот развитой социализм. Ну в науке какой-то ученый должен быть, правильно? Вот вы что-нибудь придумали, мы напишем, это ваш вклад. Чей это вклад? Или выклад? Перезаметно.
А потом реформирование это бесконечное. Или перестройка. Откуда это взялось? Что значит перестройка? Чего вы хотите перестроить? Чего нет, неправильно делали? Вот почему у нас только ремонтируют этот дом, а не перестроили? Давайте его перестроим. И сделаем в виде креста. Вон кресты вот сейчас делают уже. Вот, там проезжаешь, когда в районе Колпино новые кресты. Все равно в виде креста сделали. Сделали бы в виде полумесяца. Вот это была бы перестройка. А так, что это такое? Или тут у нас вот так вот все это сделано, вот, прямоугольником. Давайте в виде треугольника перестроим наше здание. А пока мы будем на улице заниматься. Что это за такая болезнь, перестройка? Откуда такая болезнь? Ушел больной этот Михаил Сергеевич, и эта болезнь закончилась. А что началось? Другая болезнь, реформирование. Вот там содержание не надо менять, все у вас хорошо в голове. Форму надо только поменять. Надо вам реформироваться. Вы что не реформируетесь? А что нужно сделать? Ну что можно сделать? Ну, вот какой-нибудь фиолетовый цвет покрасить что-нибудь. Что, вы не можете придумать, что вот можно сделать? Полосочку белое с черным платьем можно придумать. Это будет изменение по форме, да? Ну, можно много чего придумать. А вы почему без тюбетейки не пришли? Сейчас пришли в тюбетейки, как-то было свежо. Это было бы изменение по форме. Ну вот, казалось бы, это шуточки, которые я сейчас говорю. Какие шуточки, когда объявляют, что у нас реформирование армии, новый облик будет. Облик. Что такое облик? Форма. Это нет. Фу, это меньше. Фу, форма. Это очень глубоко. Форма, содержание. Они связаны. Это облик. Это внешний вид. У меня будет грустный облик или веселый. Вся разница. Представляете, можно вот так фуражку, а можно вот так. Облик будет уже другой. Облик. Не то, что сказать, не замерзнут ли в этой новой форме военные наши солдаты, они стали болеть воспалением легких, потому что они вот заказали у Едашкина гимнастерки не из того материала. Новый облик. Надо, чтобы это было тепло и людям же лежать на земле. Гимнастерки делаются из чего? Это вот как говорят, вот джинсы мы впервые увидели, так они ХБ. Да и есть ХБ, и то ХБ, только одно зеленое, другое голубое. Разницы-то нету никакой. Всегда были хлопчатобумажные и шерстяные ткани. Скажем, на производстве предпочитают брезентовым, конечно, шерстяные. Почему? Потому что если вы в шерстяной одежде на производстве намокнете, вы не простудитесь. А если вы в брезентовой одежде, вы простудитесь и заболеете. Потому что если вы в шерстяных носках пойдете там за грибами по лесу и промокнете, ничего с вами не случится. Потому что и мокрая шерсть все равно греет. Потому что овцы мокрые ходят в дождь. Они не боятся воды. В отличие от хлопка, который в дождь не вырастает. Он там вырастает в Узбекистане. Ну вот, видите, каким мы тут любопытным моментом подошли в плане того, что вот это вот гражданское общество, которое сейчас прямо вот у всех на слуху, прямо такая новость, это новость для тех, кто не изучает классические тексты. Вот я вам процитировал, что такое гражданское общество, это истинный очаг и арена всей истории, форма общения на всех существ, из всех существовавших до сих пор исторических, на всех существовавших до сих пор исторических ступенях, обусловленное производительными силами, и в свою очередь их обусловливающее, есть гражданское общество. Гражданское общество обнимает все материальное общение индивидов в рамках определенной ступени развития производительных сил. Оно обнимает всю торговую и промышленную жизнь данной ступени и постольку выходит за пределы государства и нации. Понятно? Все понятно. Понятно, что такое гражданское общество? Выражение «гражданское общество» возникло в XVIII веке, когда отношения собственности уже высвободились из античной и средневековой общности «Gemeinwesen». Буржуазное общество «Bürgerliche Gesellschaft» как таковое развивается только вместе с буржуазией. Однако тем же именем, и тут есть сноска, что термин «Bürgerliche Gesellschaft» означает «буржуазное общество», а также «гражданское общество». Вот это прямо для тех у нас, кто представляет вот немецко-германскую культуру. Правильно? И так, можно сказать, буржуазное, можно сказать, а можно сказать гражданское. И так, и так. Потому что буржуа – это и есть, в общем-то, горожане.
в общем, по происхождению. Вот, поэтому, так вот, одним и тем же именем всегда обозначалась развивающаяся непосредственно из производства и общения общественная организация. То есть организация общества, которая вот связана непосредственно с производством материальных благ, которые во все времена образуют базис государства и всякой иной идеалистической настройки. То есть, если вы общество будете брать не целиком, а абстрагируясь от базис, от настройки политической и идеологической, вы получите что? Гражданское общество. А если вы возьмете гражданское общество, то есть возьмете производственные отношения и присовокупите к ним и политическую и идеологическую настройку, то есть возьмете общество в целом, не абстрагируясь от этих его составных элементов, то вы получите что? Общественно-экономическую формацию. Сейчас это так называется. Вот и все. То есть больше тут особенно рассуждать нечего, потому что ясно, что надо изучать гражданское общество, в этом смысл историко-материалистического подхода. То есть надо изучать производственные отношения, но в единстве с производительными силами. Потому что если вы изучаете гражданское общество без единства с производительными силами, то начинаете мечтать про какое-то гражданское общество и какой-то делаете вот идеал, к которому надо стремиться. А это никаким идеалом не является. Вот какие любопытные мы получаем результаты, если внимательно присматриваемся к тому, какие идеи тут излагаются. Вот есть специальный раздел о производстве сознания. В нем говорится, что действительное духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных отношений. То есть вот эту зависимость авторы прослеживают постоянно. Таким образом, это понимание истории заключается в том, чтобы, исходя именно из материального производства, непосредственной жизни, из материального производства непосредственной жизни. Мы с вами говорили, что такое производство непосредственной жизни? Сейчас мы спросим над превыше товарища Льнова, что такое производство непосредственной жизни? Жизни. Написано жизни. Производство, из материального производства непосредственной жизни. А? Людей и материальных благ. Да, вот это будет тогда. А у нас эти людей что-то выкидывается. А на самом деле, представьте, сразу вымрет же человечество, люди не будут воспроизводиться. То есть как-то мы так говорим человечество, а человечество состоит из чего? Из кого? Оно состоит из конечных людей, из таких людей, которые смертны. И бессмертное человечество в своем бессмертном и вечном движении опирается на то, что производство жизни происходит. Во-первых, поддерживается жизнь тех, кто живет, и рождаются постоянно новые люди. И этот процесс идет и осуществляется. Имеется производство людей в семьях, и имеется производство материальных благ в сфере материального производства, так называемого. И вот вдруг от этого абстрагируется и начинают отдельно рассматривать вопросы, которые на самом деле связаны между собой. Вот здесь в этом состоит материализм, примененный к истории, что вы посмотрите саму основу, потому что вот от этой основы зависит все остальное. Хотя обратная зависимость тоже есть, правда? Безусловно. Так вот, таким образом, это понимание истории заключается в том, чтобы, исходя именно из материального производства непосредственной жизни, рассмотреть действительный процесс производства и понять, связанный с данным способом производства и порожденной им формы общения, то есть гражданское общество на его различных ступенях. Ну, опять, вам это гражданское общество, о котором сейчас пишут, пишут и пишут. Это то есть гражданское общество на всех, на его различных ступенях, как основу всей истории, то есть гражданское общество, основа всей истории, в так понимаемое. А его понимают как некое устройство общества, говорит, наше общество сейчас не гражданское, давайте сделаем его гражданским. И что для этого надо делать? Надо, чтобы все участвовали в делах, идите на выборы,
Используйте свое право, пассивное или активное, избирательное. Можете себя выдвигать. Если денег нет, можете не выдвигать, потому что бесполезно выдвигать свою кандидатуру, если у вас нет денег. Не пройдете. У нас общество гражданское. Гражданин, проходите. Затем необходимо изобразить деятельность гражданского общества в сфере государственной жизни, то есть как это все выше идет. А также объяснить из него все различные теоретические порождения и формы сознания, религию, философию, мораль и так далее, и так далее. Это целая программа от развития этой самой этого материалистического понимания истории. Программа. То есть оно тут еще нет этого развития, а только эта программа изложена. И это понимание истории, в отличие от идеалистического, не разыскивает в каждой эпохе какую-нибудь категорию, остается все время на почве действительной истории. Объясняет не практику из идей, а объясняет идейные образования из материальной практики. И в силу этого приходит также к тому результату, что все формы и продукты сознания могут быть уничтожены не духовной критикой, не растворением их в самосознании или превращением их в привидения, призраки, причуды и так далее, а лишь практическим неспровержением реальных общественных отношений, из которых произошел весь этот идеалистический вздор, что не критика, а революция является движущей силой истории. Вот посмотрите, какой вот интересный получается вывод. Что вроде не просто, так сказать, будет, идет борьба идей, вот борьба идей приведет к революции. Хотя вот наоборот, движущей силой истории является революция, а революция подготавливается прежде всего изменениями в сфере материального производства, в сфере производства непосредственной жизни. Эта концепция показывает, что история не растворяется в самосознании как дух от духа, а что каждая ее ступень застает в наличии определенный материальный результат, определенную сумму производительных сил, исторически создавшиеся отношения людей к природе и друг к другу, застает передаваемую каждому последующему поколению, предшествующим ему поколениям, массу производительных сил, капиталов и обстоятельств, которые, хотя с одной стороны и видоизменяются новым поколением, но с другой стороны предписывает ему его собственные условия жизни и придают ему определенное развитие, особый характер. Вот здесь вот эта преемственность, эта связь в человеческой истории достаточно ярко выражена. А как образуется связь в человеческой истории? Что каждое новое поколение приходит в жизнь, оно осваивает ту культуру, которая есть, правильно, культуру, материальную и духовную, вносит вклад в развитие материальной и духовной культуры и покидает этот мир навсегда себя утвердив в этом обществе, как в виде вот материальных и духовных результатов своей деятельности, навсегда. То есть люди смертные делают себя бессмертными тем, что они вносят вклад в культуру. Ну, кто не внес никакого вклада ни в материальное развитие, ни в культуру, он, так сказать, как бы был и исчез, так сказать, с исторической сцены, не оставив никаких следов. Поэтому, так сказать, там, тот же самый люмпен, пролетариат, так сказать, выброшенные люди из общества, которые, так сказать, доживают свой век, потому что их кто-то кормит из жалости, никакого вклада не вносят. И наоборот, скажем, люмпен-пролетарий мог быть источником на дне живущей всякого рода отрицательных явлений. А те, кто создают материальные и духовные блага, они развивают общество дальше. И так образуется связь с человеческой историей. Непрерывно развивается человеческая история между тем, как приходят все новые и новые люди. Поэтому нельзя абстрагироваться ни от производства людей, правильно? Ни от производства вещей, потому что люди, которые родились, они нуждаются в том, чтобы они ели, пили, одевались, имели крышу над головой и имели соответствующее воспитание. И люди воспитываются именно в обществе. И природа человека, сущность человека в общественных отношениях между людьми. Это очень важное положение, можно сказать, фундаментальнейшее положение. Вот если нужно будет, так сказать, ответить на вопрос, а в чем, так сказать, суть исторического материализма, не просто, что это вот приложение материализма к истории. Ну, как вот его прилагаем? А вот оно, вот это основное положение, что люди создают, люди
приходящие в этот мир, они развивают производительные силы, получают от предыдущих поколений производительные силы, развивают их и оставляют следующим поколениям. И так образуется связь человеческой истории. И это изобразить, показать, это большая работа, это работа многих поколений ученых. Вот, она, можно сказать, еще и не сделана. Еще не сделана. То есть многие в сфере науки занимаются тем, что они сформулируют всякие мысли, которые им взбредают на ум. И что касается такой строгости научной, этим тоже не блещет современное состояние науки, потому что вот что у нас сейчас ценится? Ценится особое мнение. Вот вы если включите там «Эхо Москвы», будет особое мнение одного, особое мнение другого, особое мнение третьего. Так что должно цениться, мнение или знание? А знание особое, а знание не может быть особым. Знание по природе, знание, оно абсолютно, это соответствие понятия объекту. И у Гегеля это сформулировано очень определенно. У учителя Маркса, говорит, когда Маркс отвечает на вопрос, какое у меня отношение к Гегелю, говорит, очень простое, Гегель мой учитель. Очень простой. Ну и что говорит учитель? Говорит, что надо не опускать знание до мнения, а возвышать мнение до знания. Потому что никакой нет проблемы сформулировать мнение. Вот у меня, например, мнение, что вот до Невы здесь 3 метра. А у вас? А у вас другое мнение? Пожалуйста, это ваше дело. Что можно возразить против мнения? А ничего нельзя против мнения возразить, потому что мнение ни на что не претендует. Это я вот сформулировал, и отстаньте от меня. Все, я сказал. А вот если речь идет о знании, то нужно еще возвысить свое мнение до знания, до соответствия понятия объекту, а знание одно, потому что истина одна. Истина и соответствие понятия объекту, истина одна. И когда я дохожу до истины, я освобождаюсь от субъективизма, то есть от мнения. Уже это не мнение, а тогда я могу уже говорить об убеждении. Что выше, убеждение или мнение? Если человек просто настаивает на свое мнение, он просто упрямый человек. А мы говорим об убежденном человеке. Что такое убежденный человек? Человек, который основывает то, что он делает, и то, что он говорит, на знании, на соответствии понятия действительности. Я вот должен сказать, что у меня довольно много лекций вывешено в интернете. Самое большое количество откликов, так сказать, просмотров собрала лекция, которая называется «Гегель. Понятие истины». Как выяснилось, несмотря на то, что вот были выступления по разным вопросам, политическим, идеологическим, теоретическим и так далее, разным, лекция, которая посвящена вообще тому, что такое истина, больше всего просмотров, порядка 9200. А все остальное меньше. То есть народ заинтересовался снова истиной. Истиной заинтересовался. Как вот Гегель, когда вы откроете его «Науку логики», он вначале пишет, сейчас, говорит, никого не интересует истина. Сейчас что угодно. Говорит, что есть истина? Он там как раз эту сцену, когда распятие Христа приводит, и там, значит, когда там Христос говорит об истине, говорит, да что это истина? И вот, говорит, истину изгнали из философии, и я ставлю свои задачи, Гегель говорит, вернуть в философию вообще истину, чтобы философия занималась познанием истины. И сейчас, можно сказать, такая ситуация, когда вы можете писать что угодно, печатать что угодно, нет никаких проблем. Или наоборот, есть только проблемы тогда, когда человек настаивает на истине, тут вдруг начинают люди, так сказать, ершиться, говорят, как это, вот мы с этим не согласны. А мы с этим не согласны, мы это не пропустим. Но в другом случае, если вы не пропустите, но в другом месте пропустят. Нет такой проблемы сейчас, чтобы нельзя было опубликовать что угодно. Что угодно. Что вам нужно опубликовать? За соответствующую сумму вы сдадите, никто не будет спрашивать, цензуры нет, все, можно опубликовать. И здесь-то там, вот сейчас со знаменем ходит, напечатаем вашу книгу у гостиного двора. Написали книгу? Вот если бы у вас было написано, вы бы сейчас бы ее напечатали. Ну, правда, за денежки. Так что вот такая интересная картина. Так, это концепция показывает таким образом, что обстоятельства в такой же мере творят людей,
в какой люди творят обстоятельства. То есть вот это взаимозависимость. То есть люди изменяют условия своей жизни, а эти новые условия жизни, это вот условия их материального бытия, на них влияют и способствуют их развитию, и творят в этом смысле людей. То есть человек должен не прямо вот думать, что я вот себя просто развиваю, вот я буду лучше, я стану лучше. Он должен изменять, делать условия более человеческими, и тогда он сам будет более человечным. То есть это опосредствование изменением условий. Человек есть продукт обстоятельств и воспитания, как написано вот в тезисах Авербахе. Так, вот какая интересная ситуация. Вот с этой точки зрения рассматривается и революция. Если нет налицо этих материальных элементов всеобщего переворота, а именно с одной стороны определенных производительных сил, а с другой формирование революционной массы, восстающей не только против отдельных сторон прежнего общества, но и против самого прежнего производства жизни, против совокупной деятельности, на которой оно базировалось, если этих материальных элементов нет налицо, то, как это доказывает история коммунизма, для практического развития не имеет никакого значения то обстоятельство, что уже сотни раз высказывалось идеей этого переворота. Идея может бесконечно высказываться, там, коммунистического переворота, а если нет налицо изменения условий жизни, то это, так сказать, собственно говоря, никакой революции не приводит. Точно так же, как и вот, если мы сейчас оцениваем там всякого рода цветные революции, про которые пишут там роз, оранжевых, белых и так далее, или там майданная революция. Тут никакой революции нету, потому что ничего принципиального в материальных условиях жизни не происходит. Ну, не говоря уже о том, что производство стало хуже работать, упало, а производственные отношения абсолютно не поменялись. Сколько уже, так сказать, всяких было, была оранжевая революция, теперь майданная на в Украине, там нет никакой революции по той простой причине, что ничего не изменилось, по сути дела, в условиях, связанных с производством материальных благ. Что там изменилось? Ничего не изменилось. Но у нас сейчас могут быть? А? Есть направления, в котором могут они измениться? Конечно. А очень простое направление. Ну, либо это частная собственность, либо общественная. Если есть движение к общественной, это принципиально изменяет переворот. Переворот же означает, что было одно, а стало противоположное. Так получается, мы можем так от переворота к перевороту ходить от частных собственностей к общественной, а потом от общественной к частной, вот так вот? Можем. Получается. Бывает революция, бывает контрреволюция, да. А как? Вы историю французской революции знаете? Сначала перешли от феодальной собственности к буржуазной, вроде, к буржуазному строю, потом обратно. Но где? Ну вот этот переход политический, он туда-сюда ходил, а экономически туда-сюда не ходил. Потому что в экономике во Франции все равно продолжалось движение к буржуазному строю. Возьмите вы Россию. У нас туда-сюда ходили изменения в XIX веке? Нет. Они шли в направлении к буржуазному строю. И уже в XIX веке Россия стала капиталистической страной. В базис, если в базис смотреть. А политически всякие были изменения. То освободили крестьян. А что, освободились крестьяне после того, как их освободили? Не освободились, потому что помещики отрезали, сказали, это наша земля, мы ее забираем себе, вам оставляем там минимум. И с этим минимумом крестьянин ничего не мог делать, он должен был, чтобы пасти свой скот и возделывать пашню, он должен был идти к бывшему помещику, теперь просто землевладельцу, и просить. Он говорит, пожалуйста, я тебе дам, пожалуйста, иди и пасти скот, и возделывай пашню, ну, ты отработай у меня 3 дня. Ты уже не крепостной, ты свободный человек, но отработать надо. Поэтому никакого изменения в экономических отношениях принципиального не произошло. И поэтому, вот поэтому потребовался такой политический еще переворот, который произошел. Изменений не произошло и после февральской буржуазной революции. После февральской буржуазной революции что изменилось в деревне? А ничего. Ничего не изменилось. Поэтому, казалось бы, если бы была вот эта революция, октябрьская революция только пролетарской, и все. И она бы не соединялась с этим вот
с новым изданием буржуазной революции, а именно с разделением земли, с требованием крестьян государственную собственность на землю и разделить по едокам. Если бы этого не было, не было бы такой, так сказать, великой революции, а появилась бы революция, которая неизвестно как бы закончилась. Власти противопоставили себя не только рабочему классу, они противопоставили себя мелкой буржуазии. Мелкая буржуазия, она составляла основную массу Красной Армии, основную. Поэтому Господь, как это большевики победили? Так это не большевики же побеждали. Побеждала мелкая буржуазия, хотя ядром Красной Армии, конечно, было рабочий класс, были рабочие. Но если вы возьмете командный состав, самые крупные военные деятели из генерального штаба пошли в Красную Армию. Ну, пошли не из идейных соображений, а из соображений того, что вот есть новое правительство, мы не собираемся там идти к тем, кто работает на Антанту. Мы идем сюда работать военными за деньги. Так что это вот очень важно для понимания. А что касается контрреволюции, вот вам в СССР произошла контрреволюция? Произошла. И куда мы пришли? Ну, вот как вы показали, туда-сюда, сюда. А вы в течение... Не может быть таких качаний, то есть вперед, то назад. А как вы себе представляете борьбу противоположностей? Вот только так можно представить. Даже вот когда вот армрестлинг не видели, наблюдали, да, вот, то вот он уже так, вот он потом его сюда. Здесь разные противоположности борются, противоположные. Как, почему вы думаете, как некоторые думают, что вот, так сказать, по ступенькам идет отхождение вперед, обратного пути не будет? Почему не будет? Вы перестаньте, так сказать, бороться за это. Светлое и хорошее будет, темное и дурное, все кругом. Ну вот если этот свет не включить, то будет, то он не загорится. Если я вот его выключу, вот пока или вы, или я его не включу, он тоже не загорится. Как сам по себе свет не победит тьму. А что это такое? Я подключаю сюда могучие производительные силы. Ведь где-то сидят и работают люди. На гидростанциях, на атомных электростанциях, на тепловых. И вот сюда энергию поставляют. А мне остается вот только на это нажать. Но я участвую в этом процессе. А я вам вот доставил свет. Но чтобы эти лампы появились, надо, чтобы другие сделали эти лампы. Лампы старые. Вон они уже мигают, уже 100 раз их поменять. Михаил Васильевич, а вот был вопрос у девушки о вечной частной собственности. А? Не было такого вопроса. Ну, вопрос был о том, что туда-сюда может идти. Другое дело, что вот производительные силы, они не ходят туда-сюда. Производительные силы все развиваются. И, например, сегодня вы не представите себе вот уже переход к феодализму. Вот записать в дворяны я бы мог сделать, я думаю, вы бы с удовольствием записались. Очень даже неплохо. Я вам советую в дворяне записаться, потому что балы, надежды хорошие, все будет красивое. Большие помещения, не заботьтесь. Будете вы о жилье, все будет хорошо. Как только начинаю записывать крепостные крестьянки, вообще-то у меня вот этот лист сразу вот этот пустой. Никто не хочет крепостные. А как без крестьянок-то, дворяне? Не получается. Феодал-то не может быть без крепостных крестьян. В какой-нибудь стране может? Вы себе представляете, что сейчас вот в современном мире при всем его разнообразии. И вот люди смотрят за этим разнообразием, они берут эту основу экономическую, в экономической основе, вы феодализм где-нибудь видите, нет? Нету феодализма нигде, ничего нет феодального. Ну, кроме этого, в духовной сфере что хотите найдете. Вы там и чертей вы найдете, и, так сказать, и дьявола, и прочее, там все может быть. А что касается материальной основы, на которую обращает внимание Марс, тут уже нету. А вот с точки зрения готовности к коммунизму, общественный характер производства есть? Есть. Производство носит общественный характер, то есть вот люди, это работают для всех, вот для кого работают люди, которые делают это электричество? Или люди, которые построили это здание. Для кого они построили? Для всех. Для вас, для тех, кто придет сюда, после вас и до вас приходил. Это вот производство, каждый работает на всех, но не все, правда, работают на каждого. И получается, что обратного нету. Не все работают на каждого. Они, которые работают, а другие не работают. Поэтому ты... А?
Неправильное понимание коммунизма. Неправильное понимание коммунизма. Потому что оно порождает мысль, что государство всем все должно, а мы ничего никому не должны, все нам должны. Да. И, собственно, что мы сейчас наблюдаем. Совершенно правильно. Вот от этого надо освободиться. Что государство нам ничего не должно. Мы должны обеспечить все. Но без нас государства не будет. Не будет. Нет, без вас будет. То государство, которое вас заставит работать. Нет, что за мифическое государство, которое меня обеспечит, если я ничего не буду вкладывать в него? Как это вот государство тех, которые имеют средства производства? Вот если я имею средства производства, мое государство обеспечит меня. А вы будете работать на меня? Нет, я имею в виду, если все будут так думать, что я буду сидеть ничего не делать, государство будет меня обеспечивать. А я буду чего делать? Я буду создавать мощную правоохранительную систему, чтобы вы не взбунтовались, не вздумали против меня выступать. Я не то, что совсем ничего. Я работать не буду. Но уж об этом, о власти я позабочусь. Я позабочусь о том, что мои дети имели хорошее образование, магистратуру, а ваши дети, чтобы имели бакалавриат. Чтобы у вас было равенство, у нас и вы с высшим образованием, и ваши дети с высшим, мои дети с высшим. Но мои дети пойдут в Думу, в Совет Федерации. А ваши дети, куда хотите, туда идите. У нас полная свобода. Сегодня утром сообщили, что вот Валентина Ивановна, дорогая наша Матвиенко, получила за год 600 миллионов рублей всего лишь. Вот. Ну, дескать, она продала машиноместо, и потом она продала квартиру одну. Наверное, последнюю, я так предполагаю. Последнюю квартиру. Но она не на первом месте, она на четвертом месте по объему доходов, полученных в Совете Федерации. На четвертом. Эти кто там трое, там перечисляли, я уже не запомнил, поскольку я их не знаю. Так что вот пока люди не привыкнут работать еще на всех, а не так, что вот кто-то будет на других. Вот для этого нужно государство. А государство чье должно быть? Если вы хотите, чтобы я тоже работал, должно быть мое или ваше государство? Если вы трудящийся, я не трудящийся. Чье должно быть государство? Вообще как некая абстракция? Или государство трудящихся должно быть? Ну вот в этом все и дело. То есть это чисто материалистическая позиция. Если вы хотите, чтобы было образование, культура, наука, надо, чтобы государство было государством рабочего класса. Потому что детей ему нужно учить. Ему нужно сказать, чтобы были все здоровы во всем обществе. Нельзя себе представить ситуацию, что вот государство рабочего класса, а образованием не занимается. Ну так эти дети будут необразованные. Можно сказать, я не просто так сказала. Мы с подружкой встретили одного француза, он говорит, что он коммунист. И такая особенность, он за проезд не платил в автобусе. И говорит, у него там какая-то знакомая иногда ворует в магазине, как вызов в системе, мол, что магазины эксплуатируют рабочий класс, что они завышают цены, а то, что они как бы завышают цены на продукты с расчетом того, что люди воруют их, это ее, видимо, не волнует. И тут как бы получается, когда его спрашивают, почему ты не платишь за проезд, он говорит, потому что я студент, и государство должно это оплачивать. А с чего? А водителям зарплату? А как-то содержать транспорт, дороги или что? А это нас не волнует. А почему? Если мы должны вкладывать в это общество, чтобы от него что-то получать. Если я буду только получать, то не будет транспорта, не будет водителей, не будет дорог просто, если мы не будем платить за проезд. Значит, поэтому отсюда, сказать, что с коммунизмом связано что? Всеобщность труда. Всеобщность труда. Раз. Потому что если это общая собственность, то все должны вкладывать в нее, в ее развитие, свои трудовые усилия. В разной форме, в системе разделения труда. Понятное дело, что от того, что вы измените общественные отношения, вот скажем, собственность станет общественной. Что сразу сказать, что изменится-то? В смысле богатства? Ничего еще не изменится. Вот представьте себе сам вот переход, даже наоборот. Когда происходит переход, сначала идет падение производительных сил. Ну как при всяком переходе. И потом, ну вот, представьте себе, падение закончилось, вот теперь стала общественная собственность. Там, ну, скажем, 20-й год или 28-й даже год в СССР. Ну а дальше-то что? Дальше будет это? Как развитие идти? Если будет развитие идти так, что
производительность труда будет расти, и будет все больше и больше людей умственного труда. Вместо того, чтобы сделать более коротким рабочий день. Вот если более короткий рабочий день у всех будет, значит, больше свободного времени. Если больше свободного времени, это время для свободного развития. Тогда все общество развивается. Ну, а так вот вы будете смотреть, я развиваюсь, потом еще мои дети развиваются, все мои внуки развиваются. И была целая такая история, любимая работа. У нас был такой профессор Ященко на экономическом факультете, Борис Романович, он рассказывал, вот один любит быть музыкантом, вот дети его музыканты, внуки его музыканты, а другой любит вот быть дояркой или дояром, вот и дети его будут доярками, и доярами, и внуки будут доярками. И это будет вечное разделение труда, о чем мы уже раньше говорили. Поэтому вот движение этого общества должно определять, кто из чьих интересов состоит, из интересов тех, кто находится в лучшем положении, или из тех, кто находится в худшем положении. Кто более заинтересован в движении вперед, те, кто, так сказать, кто в худшем положении находится, конечно. Поэтому где гарантия продвижения общества вперед? Если у власти находится класс, который в лучшем положении находится, он быстрее будут темпы, меньше темпы, какая разница? Насколько я поняла, идея коммунистического общества в том, что четкого разделения труда и специализации нет. То есть я, вот как бы сказать, да, я не доярка, вот и только доярка. Нет, оно я есть, не... оно есть, но целью этого является преодоление этого. Цель, оно есть, оно без этого, пока вы не выскочите из вот... Идея-то здесь заключается, что вы можете какие угодно цели ставить коммунистические, но если, но вы не выскочите из того производства, которое есть. Потому что коммунизм создается из того материала, который дает капитализм. Вы будете продолжать производство или плюнете на производство и, так сказать, его в пыль разрушите, мы уничтожим все капиталистически. Давайте еще феодальное уничтожим, у нас еще зданий осталось много феодальных, давайте все это уничтожим. То есть базис-то остается, он передается от поколения к поколению, и не важно, как там вы это все называете, а важно, что, так сказать, вам по необходимости нужно это дальше развивать. Вот если будете это развивать, в каком направлении будете развивать? В направлении закрепления существующего разделения труда или в направлении все более полного развития всех? Вот, собственно, и разница. А сначала, ну, скажем, можно представить себе, что в более развитых капиталистических странах, может быть, большее развитие, чем, скажем, некоторых социалистических, вполне. Возьмите, скажем, ту же Данию, может быть, и Швецию. Вот там неравенство сколько в этой самой, в скандинавских странах. Там децильный коэффициент, ну, от 3 до 5. От 3 до 5. То есть 10% самых богатых имеют доходы всего в 3-5 раз больше, чем 10% самых бедных. А если вы возьмете... Европу 5-7, а если возьмете США 9, а если возьмете Россию, как вы думаете, сколько у нас? 32. 32. Так кто заинтересован в этом закреплении? Ну, ясно, что те, кто, по кому бьет это социальное неравенство, в этом закреплении не заинтересованы. Но коммунизм-то называется вот не что-то такое, которое, так сказать, само по себе дает какие-то богатства, а просто коммунизмом называется общество, основанное на общественной собственности. Но если оно на общественной собственности основано, то что дальше? А дальше это вот, эта форма общества должна позволить двигаться в этом направлении, в направлении всеобщего развития. Но если оно не будет, это движение осуществляться от того, что имеется эта собственность, она это будет разрушаться или будет двигаться вспять. Вот то, что вы изобразили. Да, может пойти вспять. У нас же в этом смысле, в смысле вот ликвидации социального неравенства, ведь большой застой был. Сколько было до революции часов рабочий день? Вот до революции октябрьской. 10. 11,5, даже до февральской. 11,5. Вот февраль, после февральской революции стало 8. Ну, можно сказать, что какой же за 70 лет, вот, скажем, социализма в России, за сколько, какое уменьшение получилось? Ну, скажем, если брать 6-часовой, было бы по 8 часов 48, а у нас 40, до 40 сейчас неделя, считается. Считается, а на практике гораздо больше. Но до 40. Нет, я имею в виду вот законодательно, до 40 часов. До 40 часов. А было 48. Значит, на 8 часов. Ну, и все движение.
То есть такое, буржуазная революция с 11,5 до 8, на 3,5 часа в день, а тут ничтожные. А в программе РКПБ было записано в дальнейшем, при увеличении производительности труда, у Ленина было записано, сокращение рабочего времени до 6 часов с обязательством для каждого работника 2 часа без особого вознаграждения ежедневно уделить обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению технике государственного управления. То есть имелось в виду, что вот это разделение на тех, кто только подчиняется, и тех, кто только управляет, его надо преодолевать. А как его преодолевать? Ну, надо людям дать время для этого. Если вы пришли меня контролировать, если я сижу в государстве, когда вы мне придете? Вечером, когда я ушел с работы? Или я уже ушел, а вы тут только явились после своей работы? Потому что я ушел, у меня рот закрыл, у меня рабочее место убрано, а вам надо вымыться еще. Вы машинистом работаете. Когда вы меня собираетесь контролировать? Поэтому вся эта идея всеобщего контроля, учета, управления, она... Если она не связана с сокращением рабочего времени, а если все то, что добыто в материальном производстве, идет не на сокращение рабочего времени, увеличение свободного, а идет только на увеличение количества материальных благ, ну, ко мне будет больше притекать материальных благ, только и всего. А вы перебьетесь. Почему вы перебьетесь? Потому что я контролирую, а вы не контролируете меня. И не контролируете не потому, что не хотите, а материально не можете у меня контролировать то, что вы еще на работе, когда я уже ушел. Вот в чем дело. И у нас вот это вот, эта задача решалась очень плохо. Поэтому, когда мы анализируем, в том числе и крах, так сказать, в известном смысле поражение социализма или коммунизма в СССР, мы должны понимать, что если он коммунизм не соответствует вот своей природе и не так понимается, то он, собственно, и не устоит. Как он может устоять? Если он самую главную проблему, ликвидации социального неравенства, не решает должным образом. Или даже он вообще объявляет, что не надо, чтобы рабочее государство было государством рабочего класса. Это же объявлено. А что значит общенародное? Общенародное значит, вроде как оно ничего, или общее. И уже теперь могут, вот те, кто к нему приобщены, к этому государству, могут дальше продолжать накапливать богатство в свою пользу. Но если вы не приобщены, то вы неудачница. Если у вас нет сейчас нефти, газа, большого объема земли, значит, вы не успели просто. Вы не успешны. А я успешный, если у меня есть. Вот сейчас очень просто так объясняю. И вы не успешны. Что смотрите? Так что это очень полезное изучение, конечно, и представление, хотя и разговоров на эту тему много, но научных, можно сказать, вполне научных разговоров очень мало. Мне кажется, ограничение материально-производственной сферы. Это не ограничение. Если... Это называется, что все ваши светлые идеи должны иметь основу. Если не будут кормить ученых, они вымрут. Вот и все. Вот для того, чтобы развивалась академия, ну что надо? Стимулировать задачи, ничего не надо. Дайте им нормальные, так сказать, условия, так сказать, жизни, и наука будет развиваться, и все. Нет, они их все время носит куда-то там, забивают, перепихивают, переделывают и так далее. Ну, как вы думаете, вот мне будут меньше платить, я буду хуже читать лекции? Нет. Нет, ну и все. То есть все эти идеи стимулировать, приплачивать там, зависит от публикации. Ну, разве у меня это от приплат зависит публикация? Если у меня мыслей нету, какая у меня будет публикация? Или, да, если я буду хорошо кушать, у меня будет, конечно, больше мыслей. Ну, это какой-то... И это, что ли, материализм? Почему? У вас, если вы плохо кушаете, у вас мысли о том, что вы плохо кушаете, вам бы надо хорошо кушать. А когда вы хорошо кушаете, у вас мысли о чем-то более высоком. Когда я хорошо кушаю, у меня вообще никаких мыслей нет. Ну, это верно, да. Знаете, как вот, что говорит область культуры, которой вы занимаетесь? Что творили художники хорошо, когда им было здорово, хорошо они кушали? Или наоборот, когда страдали они вместе с народом. Вот художники-передвижники в светлее время, да, стали передвигать свои картины. Они поехали по стране, показывали, ждали, что придут смотреть свои картины, хотя они для народа творили, рисовали. Никто не едет. Да, они взяли и поехали сами. А зачем? Это ж, как вы думаете, поехать тогда это денежки стоило? Это ж надо было потратиться. Люди поехали, эти передвижники.
все, что у них было, там свое достояние, они его использовали для того, чтобы все-таки искусство придвинуть тогда к народу. А что, у них светлая такая жизнь была у этих художников? Они от своего богатства, от избытка богатства они поехали. Сейчас наоборот. Люди, которые могут поехать, они никуда, они поедут за границу. А картины будут в запасниках лежать. Хотя некоторые наши деятели культуры, вот, скажем, оркестр Плетнева, каждый год ездит по Волге с концертами. Каждый год. И это большое дело. Но вот это как-то не пользуется особым. Мало об этом пишут, говорят, чтобы, так сказать, как бы не создавать этот фон. А то потребуется, чтобы и другие куда-то поехали. Так что эта проблема остается, конечно, безусловно. Так, перерыв у нас 10 минут.